Намахнув стаканяку клубничного сока и припарковав своего медведя поблизости, мы заглянули на Уимблдон. Как вы могли уже догадаться, пришло время поговорить о том, что англичане знают о России. Россия? Россия? Да мы особо ничего не знаем про Россию. Ты же оттуда, судя по шапке. Россия? Да ничего особо не знаю. Но я хотел бы съездить как-нибудь. Если хотите поехать, вы должны знать русские слова. Привет. Вы должны знать немного больше. Бабушка. Повторяйте. Бабушка. Бабушка. Не надо. Не надо. Больше. Больше. Еды. Я знаю одного парня, он играл за Арсенал несколько лет назад. Невысокий такой. Аршавин, да, хороший был игрок. Андрей Аршавин. Шарапова оттуда. Мария Шарапова. Андрей Аршавин. А он русский? Почему они все называют одних и тех же людей? Что думаешь о сборной России? Они были на Евро, в одной группе с Англией и Уэльсом. Я из Уэльса, вы нам проиграли. Ага. Может, вы хоть баскетболистов каких помните? Это к нему. Это он у нас баскетбольный эксперт. Мужик, не говори такого по телевизору. Высокий такой. Черт, да это же баскетболисты, они все высокие. Есть один, играет за Нью-Йорк Никс. Он вот вообще не русский. Я. Люблю. Люблю. Евроспорт. Евроспорт. I'm Roger Federer. Tattoo? Хотите? It's vodka. Это водка. Подавай. Ну так себе вы певица, конечно. Вот черт, это же никакая не водка. Все, давай обратно. Ой, да оставь себе. Нас покажут по телевизору? Конечно. Но в России. А, нет, ну так не пойдет.